Здорово, ребята, всем привет, с вами Риба. Сегодня у нас очередная серия игры под названием Mount & Blade Warband. Да, я опять чуть не сказал Bannerlord. Сегодня, кстати, рассматривал новые скриншоты, которые выложили разработчики Bannerlord. Ну, игра, которая разрабатывается. Все мы с вами ждем эту замечательнейшую игру. Дата выхода там пока что еще написано 2017. Ну, рано или поздно, мне кажется, мы уже узнаем, когда точно выйдет эта замечательная игра. И мы где мы будем с вами из грязи в князи идти по трудным ступеням. Так, происшествие на границе. До вас дошли слухи о том, что деревенские жители из Тадсамеш похитили скот в Айке. Вот такой вот небольшой квест. Продолжить. Хорошо. Опа! А кто такие? Кто такие? Кто такие? Дезертиры, идите ко мне, мои девочки. Идите, идите, мои хорошие. А, бежит от Вася, пишет. Ну, мы его догоняем. У них, кстати, есть и пленные. Три пленника. Да, ребята, мы их настигли в холмах, и будет, мне кажется, битва очень сложная. А нет, нормально, в принципе. Я-то думал, что мы здесь нифига не развернемся. Пошла мазута. Пошла мазута. Так, так, так. Так вот, по поводу Bannerlord. Блин, там такие шикарные осады. Не говоря о этих осадах, которые находятся здесь, в этой игре. Реально хочется уже чуть-чуть побольше информации. Я не знаю, смогу развернуться, нет? Минус один, да ладно, я развернулся и смог вполне нормально разбежаться. А у нас та же тактика, без каких-либо там понтов. Ой, я не попал, да ладно, что ты, не можешь попасть, что ли? Вот этого забираем, вот это, вот так вот, отлично. Отлично, отлично, отлично. Так, у нас, кстати, вроде бы потерь нет. Это радует, это радует. Так, переключим от третьего лица. Отлично, попали. Минус один, его добили. Так, последний остался. Последний. Там вообще классные осады. Помните, я выпускал видео? Ну, мне разработчики дали видеоматериал, показывали, как будет происходить осада. Там, короче, камни сверху можно кидать. Осады очень жесткие, там такие кровопролитные, ты должен штурмануть. Если ты защищаешь, ты там тоже камни можешь кидать по этим наступающим бойцам, которые хотят захватить твой замок, либо твой город. И просто обалденно. Так, ну что у нас? У нас потерь вообще нет. Потери противника 19 свадийских арбалетчиков. Угу. Убито 18, сбежало 1. Вегирских ветеранов 2 убито. Всего сбежало 1. Да, а мы пленных-то взяли, нет? Нет, мы, кстати, пленных-то не взяли. Почему? Интересно. Так, ладно, конница. Повысить до свадийского рыцаря. Один есть. Так, еще. А, нам надо Рольф еще повысить, да? С ним потом попозже поговорим. Пообщаемся, скажем, Вася, как дела там? Туда-сюда, обратно, всем приятно. У него, кстати, конь есть. Отлично, да, я же в прошлой серии брал его, да? И Васю тоже надо нам своего повысить. Да, есть читы, я в курсе, но я никогда читами не пользуюсь, потому что хватит писать про эти гребаные читы, дорогие друзья. Ну, толк-то играть зачем? У нас же все-таки как-никак какая-то ролевая позиция, да? То есть Вася такой жесткий, такой милый бомж. Ходил, бегал и так далее, и решил подняться по ступенькам, да, то есть из грязи в князи, опять же я говорю. Поэтому, ну, зачем? Ну да, чит поставил, и чё? Вот ты добился, пошел, одну серию снял, вот ты как там захватываешь замок. А откуда у тебя эти бойцы? А вот читами пользуюсь. Ну, интереса нет никакого. А тут Вася может просто все потерять в один миг, ребята. И это вот именно это и интересно. Кстати, а знаете, куда путь держу? Да, куда вы мне и, в принципе, порекомендовали в прошлой серии, чтобы я взял свой путь на север. Да, здесь у нас, говорят, очень опасные места, и довольно серьезные ребята могут нас разбить. И вполне нормально, мы можем здесь большие деньги, ребята, охотники за головами. Мы здесь можем большие деньги получить. Если здесь охотники за головами, значит, есть очень много разных преступных группировок, которые мы можем, в принципе, за счет которых, вернее, прокачаться. И, конечно же, кстати, прокачаться, по поводу прокачки, что у нас там? Одноручное оружие, двуручное оружие, стрельба из лука, вот я как раз качаю, да? Мощный удар, бросок, выстрел, владение оружием,
Да, я не хочу коллективные брать какие-то там скиллы, я буду брать только личные скиллы, это у нас личные умения. Коллективные умения я буду прокачивать только у героев, которых я нанял, да, которые со мной возятся. Кстати, по поводу денег, надо тоже чуть-чуть денег подработать. Владение щитом. И я все-таки силу, наверное, прокачаю. Так, двуручное древковое оружие. Пока нельзя его прокачать, да? Верховая еза у нас четверка. Владение оружием. Давайте мощный удар вкачаем. Не знаю, нужно это, не нужно, и одноручное оружие. У нас, кстати, меч вообще беспонтовый. Мне многие писали, вот, поменяй меч. Ну, чтобы его поменять, надо его купить. А чтобы купить, надо деньги заработать. Вот как-то такая вот у нас ситуация. Кстати, тоже в последнее время что-то сильно стало играть в Hearts of Iron 4. Вот они, кстати, тяжелые разбойники. Чего? Таяжные разбойники они называются. Убегают от нас. Слушай, интересно, вот в этой горе, как будет интересно вид есть. Сдавайся или умри. Интересно, какая здесь будет локация. Холмы, горы, понятно. День Победы 4, в последнее время заигрался. Я скоро буду делать новый цикл прохождения, ну, после того, как выйдет наконец-то долгожданное обновление, где там будет полностью переработана авиация. Ну и Румынии тоже добавят разные фокусы. Поэтому те, кто знает эту игру, обязательно ждите, и скоро будет новое видео, новый цикл по прохождению День Победы 4 на сложной, ну, на сложности максимум. Ну и, конечно же, Iron Man. Iron Man, да, мод называется. Минус один. Нифига, мы его шпатанули прям. Не попадаем. Не попадание. В принципе, наши тут с ними разбираются вполне отлично. Так, меня ранили, да, чуть-чуть, нет? Тихо-тихо, братан. Так, уходим. Лошадок что-то наше немного. Это они, кстати, фокусят именно игрока в основном, да? То есть у них приоритет игрок. Победа! Я даже здесь ничего не успел сделать. Не-не-не-не, как отступить? О, отлично, отлично, отлично. Так, Рольф у нас ранен. Это ранен. Ну, зато мы победили. Таяжные разбойники. Какие они жесткие, а? Захватить чпульчика нашего. Так, арбалетчики. Да, я в курсе, что здесь арбалетчики нам не нужны. Ну, все равно кто-то, чтобы там что-то стрелял, нужен, ребята, нужен. Так, сквозиц и пехотинец. После этого у нас будет, походу, конница, да? Что-то вы мне говорили, что они тут, типа, богатые. У них очень много разного хлама. Я этого хлама, если честно, не вижу. Так, какие у нас здесь разные... Есть рядом деревня. У нас здесь замок есть. Во, давайте вот в этот городок сходим. Чипуль. Направиться в замок, войти в арену, таверну. О, давайте в таверну сначала. Тихо. Грузись. Блин, посредника нет, да? Ладно, хорошо. Рыночную площадку. Ну, давайте продадим все необходимое. Так, одежда горцев. Так, вот этот лук я вроде покупал, да? Его не надо продавать. Ух ты, смотрите, какой шлем. Угу. 26-45. Вот этот шлем, походу, дадим кого-нибудь. Остальное продаем. Виноград оставляем. Капусту, наверное, тоже оставим, да? Не будем продавать ее. Так, ну что, у нас денег? 709 денег, да, у нас, зато еще мы получим 627. Прекрасно. А, оружие, лошадь. Кстати, лошадки я хотел взять себе нормально. Так, это не то. Не, у нас здесь какие-то беспонтовые лошадки, поэтому они нам не нужны.
Жалко то, что здесь нету крафта. Я бы себе с удовольствием скрафтил какой-нибудь нормальный сет. Почем бы и нет. Прикольно было бы, да? Так, это у нас Вася. Хорошо, давайте прямо на самый север, в самую задницу пройдемся. О, дезертиры. Вот они, походу, жирные. Догоняем, догоняем, догоняем. А ты просто прекрасно. Привет, красавчик. Нельзя убегать с поля боя. Некрасиво, нехорошо. За это война. Время могут тебя просто луками расстрелять. Блин, как звуки все-таки прикольные, да? Хоть игра и старая, но звуки обалденные. О, чуть-чуть, смотрите прям как, а. Минус один. Крайнего забрали. Ты что, крайнего нашел, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, да ты обалдел. Отлично. Опускай копье. Чуть не хочешь копье опускать. Короче, сегодня у нас задача какая? Ух ты, как стрела полетела. Короче, у нас сегодня задача зачищать все эти... Отлично. Так, одного забрали, этого забрали. Этого мы не достаем. Ой, как хорошо мы его достаем-то, а? Кстати, Рульфа надо поднять. Короче, мы будем зачищать все эти... Все эти северные земли, господа. Все, добили его, что ли? Вот видите, как арбалетчики очень хорошо помогают нам. То есть они с довольно такой нормальной дистанции справляются с врагами вполне отлично. А вы говорите, что арбалетчики неэффективны. Отлично еще, как эффективны. Впрять эффективнее. Так, у нас вообще потерь нет. Вегирский лучник мы с вами захватили. И некоторые бойцы у нас вкачались. Делаем пехотинца, 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 пехотинца. Еще раз. Так, ополченца. Делаем здесь у нас. Все вроде, да? Мы вроде бы всех. Всех. О, вот здесь вот Лутецкий пошел нормально в этот раз. Собираем разбоем. Занимаемся, вернее, не разбоем, а охотой за разными бандюками. Как раз будем это дело очищать. А что это за у нас такое? Деревушка, да, такая? Да. А, да, здесь мы не будем брать никого. Кстати, отряд, давайте еще раз вернемся к отряду. Поговорить. Так, вот этого одеть надо, да? Давайте вот Рольфа сначала оденем. Поговорим с ним. И немного повысим его, вернее. Сила, харизма. Торговлю ему, наверное, сделаем. Ой, харизму я чуть не могу. Так, ладно, метательное оружие. Одноручное оружие, насколько я помню, у него есть. Поэтому качаем ему одноручное оружие тоже. И пусть еще и торговлей занимается, да? Хорошо. И второго. Интересно, эти навыки, они как вообще? Стакаются, не стакаются? Кстати, у нас здесь тоже есть какие-то бойцы, которых можно повысить. А почему я их там не мог повысить? Интересно. Интересно нам она. Вот этого чувака мы можем харизму ему вкачать? Раз он у нас пустой. У него, да, у него тем более торговля в 3 вкачана. Вот очень хорошо. Содержание пленных, убеждение. Инженерия. А убеждение это у нас личное. Личное, так это у нас умение отряда, да? Строит осадные машины и более успешно укрепит ваши... Так, ладно, хорошо. Первая помощь. Здоровье, хирургия, упаковка, зоркость, поиск путей, тактика, слежение, обучение, сбор трофеев. Пожалуй, я, наверное, сбор трофеев ему вкачаю. У нас бомж, он у нас... Я знаю, что его надо одевать, но пока что... да, и содержание пленных нам бы еще этот. О, давайте в рывачек слетаем. Он давно здесь не был у нас. Тихо. Кто там, кто там? О, таежные разбойники, как раз они с нами. Вот прям на нашем пути. Здорово, чувачок. Пойдемте, шатнем по-быстрому. Так, конец вперед. Вперед, конница. Да еще мотал просто. Тихо. Вот она, моя копье. Копье, да, я видел, какое-то копье стоит 44 тысячи стоило, ребят. Копье, представьте. Это что это за копье такое? Я представляю, как оно будет ваншотить всех. Чуть я не попал.
Куи-куи-куи. Римочонок, не попал, поросенок. Давай-давай-давай-давай. Чего ты кричишь-то, ёптать? Наша пехота пока добежит, конница уже со всеми разберется, да? Да, смотрите, видите? Конница просто со всеми, она их просто уложила просто, и все. Так, убито. Кстати, после каждого успешного похода у нас вполне так нормально повышается боевой дух у наших ребят, да. Давайте сходим в ревачок. Сначала начнем с таверны. Я надеюсь, посредник здесь у нас есть. Вот он, мой хороший, иди ко мне. Так, за пленного. Я хочу выкупить одного из моих спутников. Кого вы желаете выкупить? А, у меня же нет никого, да? Так, ладно. Давай, доставай кошель, короче. Будем продавать. Я не хочу их переобучать. Все вроде, да? Все продали, все нормально. Так, а ты кто? Путник. Хорошо. А ты у нас наемный всадник. Отлично. И странствующий бомж. Понятно. Оу. Здравствуйте, миледи. Да, она у нас, короче, жесткая северянка. Интересно. Отправляется домой котёнок. Ну давайте ей поможем. Давайте, почему бы и нет. Она, короче, вдова и дочь Тана, которые, ну, которых убили там туда-сюда. Давайте ее наймем. Мы ее, короче, наняли. Я не знаю, она будет нам помогать, не будет. Мадмуазель. Такая, знаете, дева-воин, да? Посмотрим. Так, что мы еще хотели еще? Посетить таверну, отправиться на рыночную площадку. Вот, знаете, что вот игра именно привлекает? То, что ты вот ходишь, что-то там делаешь. Полностью открытый мир, да, там никаких там, ну, ты можешь квесты взять, да, но никакой линейности. И ты можешь спокойно там, где-то там, не знаю, случайно встретить кого-либо там и нанять и прочее, прочее. Прикольно, обалденно. Так, шлема у нас уже пошли хорошие в последнее время. Наверное, два шлема оставим. 26, 31, 21. Что-то у нас, да, вообще шлема обалденные пошли. Тихо, 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 тихо. А, вот это продадим, да, это продадим. Четырнадцать. Это тоже продаем. Кстати, да, вы правы, были здесь довольно интересные такие эти. Я уже 1154 нанял, это получил. А, давайте лошадки посмотрим еще. Блин, вот эту вот лошадочку хотел бы взять. Ой, как хорошо было бы, ребята, если бы у меня было бы 5 гребаных тысяч динариев. Как это было бы хорошо. Так, Вася, Вася. Василися. Так, ее надо одеть, да? Ну-ка, покажи свои скиллы. Скиллы. У него очень хорошая харизма, кстати. Лидерство вполне отлично вкачано. Бабенка такая непростая, я скажу прямо. Тюпу-тюпу-тюпу-тюпу-тюпу. Ну, давай снаряжение и дадим. Требуется 7, требуется 7. А ты сможешь надеть? Да, она смогла. Она смогла. Так, здесь у нас что? 13 и 5? 30 и 10. Нет, здесь нет, ничего трогать не будем. 26, 31. А ты луком можешь пользоваться, дорогуша? Нет, она луком пользоваться не может. Так, ей бы, наверное, лошадку еще взять. Хорошо, сейчас мы возьмем лошадку. Тихо, тихо, братан. Ты далеко не уходи.
А куда же я в замок-то пошел-то? Рыночную площадку. Ой, мы попали в западню. Ой, тихо-тихо-тихо, братан. Ёпта. Минус один. Вот это жесть. Западню попали, ребят, представьте, да, ночью. Кто-то меня заказал, походу. Хитерёчки не спят. Хитерёчки не спят. Фух. Жестяк. Кто там еще? Ага. Тихо. Привет. Давай еще раз. Так, мы улучшили умение мастерства одноручное оружие до 136, да, разбойники по... Ну вот, видите, такая западня жесткая. Вот это жесть, вот это я понимаю. Так, подождите. Ревачек, королевство. Здесь кто-то... Разбойники, да, будут убегать или нет? Нет. Так, ладно, давайте продолжаем рыночную площадку. Лошадки. Посмотрим, что тут у нас есть. А, тяжелая верховая лошадь. Гунтер. Так, броня 18, здесь у нас броня 1, скорость 45. 45. А, броня 15, броня 11. Слушай, ну по показаниям вроде бы... По показателям, вернее, вроде бы маневренность... Маневр здесь, конечно, получше. Натиск 14, а нас 13. Правда, здесь броня 11, а здесь у нас 17. Вот видите, в чем разница-то? Ну, вот это вот получше. Маневр 44, здесь у нас маневр 39. Натиск 24, здесь у нас 30. Натиск 13. Да, я бы эту, конечно, взял. Но, к сожалению, денег нет. Денег, ребята, нет вообще. Скорость. 1500, 800. Ладно, давайте возьмем пока что. Еще раз посмотрим. Скорость 37, здесь у нас скорость 45, броня 11, здесь у нас броня 17. Верховая езда 1, верховая езда 1. Ага, здоровье 110. Ну, для нашей красавицы возьмем одного коня. Что теперь делать-то? Вернемся в отряд. Пообщаемся. Снаряжение. И вот так вот. Все. Отлично. Прекрасно. У нас в казне 11 бакаринских. Ребята, нам надо как-то чем-то зарабатывать. О, давайте убежище морских этих балбесов, которые, помните, нас опускали в первых сериях. Морские мечники, давай, налетчики, вернее. Вперед. Сейчас мы их разобьем по-быстрому. О, еще один здесь ходит. Голоса такие жесткие. Что-то застряли вы, да, походу? Так, ладно, давайте за мной идите пока. Не торопитесь. Блин, эти жесткие холмы меня так бесят. Хотя, стоп. Все в атаку. Отлично, поехали. А где они? Что-то я потерял. А, вот они. Щит поднял. Ой, как хорошо прям. По мне прям, а, двуручными мечами этими. Прям как Норд, ёптать, в Скайриме. Отправим всех в Савангард. Спешится. Ну, ёптать. Пока я тут разбирался, как надо спешиться, я, короче, пропустил все веселье. Наши ребята с ними просто тупо разобрались все, и все. Да, бойцы жесткие. Жесткие бойцы. Да, у нас потерь вообще нет никого, убито 12. Короче, никто не выжил из этих бойцов. Посмотрим, что мы тут надобыли.
топоры всякие интересные. Да, здесь намного выгоднее. Давайте этого тоже найдем. Он что, в убежище идет? Нет. Давай, 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 давай. Ух ты, ёптать, мы его не догоняем. Мы его не догоняем. Не, догоняем нормально. А, они деревушку пошли. Захотели, походу, по этого, да? Да, скоро замки будут, я понимаю, что вы хотите там это, туда-сюда. Ну, нам надо подняться до этого момента. Поэтому, возможно, я даже скоро поиграю вне записи. Чтобы, смотри, как искусственный интеллект тупит. Прям в дерево воткнулся. В дерево, Карл! Вне записи я, может быть, даже чуть поиграю, накоплю разные деньги и прочие опыты даже тоже. Минус один. Ух ты, попал-то по мне, а? Зараза ты такой. Какой плохой хитерючек. Отлично. Так, этого разберут. Слушайте, у нас вообще потери нет. Вы видите это, да, ребят? Еще одного забрали. Отлично. Молодцы, рыцари. Вы посмотрите, как они прям жестко херачат всех и вся. У нас опять нет потерь. Зато у нас очень много шлема появились разного хлама. Этот хлам весь будем продавать, господа. Подождите. Сколько у нас в казне отряды? Еще раз. 391 динарий, да? Нам надо срочно потом сделать это. Застрельщик. Арбалетчик. Качаем. Во! Рыцаря делаем. Это очень хорошо. Новобранца тоже качаем. И всадника. Делаем еще двух всадников. У нас, ребята, плюс два всадника и один рыцарь. Отлично просто. Просто отлично. Ну что ж, идем пока в рывочек. Я с вами не прощаюсь. Увидимся завтра. И еще будет одна серия. Будем налетами заниматься. Прокачкой. Ну и скоро будут, я думаю, разные осады, штурмы. Я в курсе, то что в прошлой серии я был наемником. Я не присягнул, я в курсе. Я из-за этого теперь вообще все контракты разорвал. Я хочу немного прокачаться, а потом уже присягнуть к какому-то королевству. Возможно, мы сделаем какой-нибудь переворот. Вполне вероятно, то что такой будет исход у нас, поэтому... И еще раз, про читы не пишите, ребят. Неинтересно с читами играть. Сами знаете, что это такое, поэтому не надо писать больше про читы. Не стоит. Так, продаем все необходимое. Все лишнее, вернее. Все. Ну а с вами был Римас. Подписывайтесь на канал. Всем вам желаю удачи. Ну и всех благ. Кстати, всех с наступающими праздниками. С Днем Победы. Скоро будет День Победы и прочее, прочее. В общем, желаю вам счастья, удачи. И Вася вам передает огромнейший привет. Мадемуазель. Блин, как классно вообще. Ладно, всем пока.